Привет, дорогие друзья! Сегодня вас научу замечательному фокусу под названием «Конвертация карты». Отдельное спасибо хотелось бы передать Алексею Горяеву, который попросил сделать обучение на этот трюк. Итак, для этого фокуса нам понадобится обыкновенные ножницы, канцелярский нож, 5 ненужных карт синего или красного цвета, двухсторонний скотч, клей-карандаш и суперклей. Ну что, поехали! Первоначально наклейте на одну из карт двухсторонний скотч, приблизительно посередине. Приложите на нее вторую карту и аккуратненько прижмите. Возьмите третью карту и на внутреннюю часть тоже приклейте двухсторонний скотч. Выровняйте ее ровно по центру между картами и хорошенько прижмите. Теперь возьмите канцелярский нож и сделайте легкие надрезы с одной и со второй стороны. Теперь карту можно оторвать. Итак, вам необходимо вырезать S-образную часть карты. Вот так она выглядит. Вторую часть пока не убирайте, так как она нам пригодится для того, чтобы отрезать остальные кусочки карты. Отрежьте с одной стороны и со второй. Вот таким образом. Все, эти остатки нам уже не пригодятся. Их можно отложить в сторону. Возьмите вашу карту, и нам необходимо будет к ней приклеить вот эту S-образную часть. Я ее клеил с помощью клея-карандаша. Выровняйте ее четко посередине и разгладьте со всех сторон. Теперь возьмите ваши маленькие кусочки. Самое главное, не перепутать, с какой стороны они были отрезаны, чтобы они максимально подходили к вашему гиммику. Хорошенько его промажьте и также приклейте с одной и со второй стороны. Теперь вложите карту в ваш гиммик и отрежьте его ровно по краю, вот таким образом. А с маленького остатка необходимо отрезать тоненький-тоненький кусочек, приблизительно 1-1,5 мм. Этот кусочек необходимо будет наклеить на выдвижную часть вашего гиммика. Она будет помогать основной карте выдвигать дополнительно. Итак, как вы видите, я приклеил этот кусочек со стороны рубашки нашей гиммик-заготовки. Теперь возьмите Джокера, намажьте ваш гиммик клеем, мазать необходимо только узкие части вашего гиммика и приклейте его вот таким вот образом. Ну что ж, теперь можно наш гиммик зарядить. Возьмите гиммик таким образом, чтобы S-образная часть находилась с противоположной стороны. Вот здесь вот. Ставьте вашу подрезанную карту. Как видите, она замечательно заходит и хорошо держится в вашем гиммике. Я возьму для эксперимента абсолютно любую карту. Вставлю ее. Как видите, у нас появилась четверка пик, который используется в нашем гиммике. И при легком движении у нас появляется карта зрителя. Это обозначает то, что наш гиммик работает. Ну что ж, перейдем к обучению фокусов. Итак, первоначально вам необходимо положить на стол ваш гиммик и обыкновенного Джокера. Также необходимо наверх колоды подготовить четверку пик,
так как она используется в нашем гиммике. Предложите зрителю выбрать абсолютно любую карту. Пускай зритель скажет в любой момент стоп, скажем в этом месте. Покажите ему карту, необходимо, чтобы он ее запомнил. А далее необходимо сконтролировать вашу карту наверх, колоду. Вот она. Теперь необходимо сделать двойной подъем и продемонстрировать, что сверху колоды у нас находится четверка пик. Переверните обе карты и отложите в сторону карту, которую выбрал здесь. Теперь колоду можно отложить. Возьмите двух джокеров, покажите, что они абсолютно обыкновенные. Гиммик джокера положите под низ обыкновенного. Возьмите карту, но не показывайте ее зрителям, пускай он думает, что там четверка пик. И зарядите в гиммик. Вот таким образом. Переверните, продемонстрируйте четверку пик, щелкните пальцем и сконвертируйте карту зрителя. Джокеров проявите и положите на стол. Ну что ж, вот такой несложный трюк. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до скорых встреч, пока!